сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции областного и городского управления задержаны члены организованной преступной группы, которые мошенническим способом получали выплаты страховых компаний. Данные лица в период с 2013 года по настоящее время инсценировали дорожно-транспортные происшествия, в результате чего получали возможность обращаться в страховые компании за незаконным получением выплат по полисам КАСКО и ОСАГО. В настоящее время сумма ущерба превышает 23 миллиона рублей. А вот эти там было и золотые украшения, тоже здесь где-то есть, да? Ну, где это? Да, это. ПМВшку не хотите перевернуть? Ну, это же типа реклама. Надо все делать скрытно. За что задержано? Поясните, пожалуйста. 159, 164. Ну, можете объяснить. Что причину, да, что это такое? Мошенничество. Поясните. Да, с чем связано вообще все? Как следствие считаете страховым компанией? Но вы себя считаете виноватым? Нет, я себя не считаю. Понятно. Ну, поясни, за что задержан. Статья 159. Подробнее. Часть 4. Еще подробнее. Еще подробнее. Мошенничество страховыми компаниями, как бы, такое обвинение выдвинули. Вот ты с этим согласен, нет? Нет. Себя виновным не считаешь, нет? Да?